Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 мая. Вчера я высаживала вот здесь томаты на агроткань. Теперь хочу показать, как все это выглядит в готовом виде. Все, я сделала посадку, закрыла снова эти клапаны, вот эти, которые крестообразные разрезы. Убрала лишнюю землю, и теперь здесь будет чистота и порядок все лето. Потому что трава здесь не растет. Под этой тканью вот Настенька уже, видите, расщелкиваются цветочки. Значит, ей здесь понравилось. Кто видел всю эту эпопею с тем, что я поменяла схему посадки, я вот сейчас могу вам доложить, что да, теперь у меня здесь растет и Настенька. Ой, как быстро все произошло. Смотрите, все Настеньки хотят цвести, прямо у них лопаются на глазах эти бутончики. Здесь у меня Демидов, Настенька и клуша. Хотя сначала у меня было совсем по-другому, но тут я все на ходу поменяла. И высадила я вот эту одну грядку, вторую не стала высаживать. Почему? Не потому, что у меня нет времени или желания, потому что я высаживаю сейчас в ранние сроки только столько, сколько смогу укрыть. То есть у меня там укрывать надо Демидова внизу, который с колиями будет. Потом между теплицами высокорослые, которые лежа посадила укрывать. Малышей на заваленке. И вот этих. Все, больше в наличии дуг нет. Там же еще у меня тоннели закрыты. Вот сколько есть укрывного материала и сколько есть дуг, столько я делаю посадки на ранние сроки. Больше этого количества я высадить не имею права, потому что вот к нам сейчас идет похолодание. Высадить это не проблема. Вы должны всегда думать наперед. Вот если вы высаживаете, все прекрасно. Сейчас у них цветочки расщелкиваются, птички у нас поют, у нас тепло. Почти 30 градусов жары, но уже завтра ночью будет 4 градуса. И куда их девать? С собой огород не прикроешь, значит, вы должны иметь столько всех этих сопутствующих, вспомогательных, укрывочных материалов, сколько высадили. Вот все, на этом моя высадка, наверное, закончится. У меня будет полгоры высажено, полленивой грядки половина. Буду ждать, когда пройдет вот это похолодание. Но вот эти томаты, даже если они будут похолодание у меня переживут, ну, будет там похолодание 3 градуса до 0, 2 раза, по-моему, будет опускаться, они все равно уже к этому времени приживутся, корневая у них усилится, они окрепнут, и они будут, как у них будет здоровье все равно крепче, чем у тех, которых я буду высаживать в поздние сроки. В том году я вот там высадила в июне, в самую жару, и когда уже не было ни дождей больше, ни похолоданий, они половину у меня сгорели. Так что я нынче отодвинула на более ранний срок вот эту высадку. И мне кажется, это будет лучше. Ну, посмотрим, проверим. Обязательно все вам покажу. Вот грядка-ленивка, правая сторона готова. Как солдаты стоят, укореняются.